Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Вета Базюк. Этот клип о том, кто я и чем занимаюсь. Хочу вас сегодня познакомить с моими сферами жизни, которые меня характеризуют и которые познакомят вас со мной поближе. Дадут вам возможность понять меня, мою деятельность и, возможно, в дальнейшем мы будем дружить или даже сотрудничать. Обращайтесь, контакты будут под видео. Я журналист и владелец сайта mavinica.com. Мы пишем о людях, местах, событиях, мнения и рекомендации. Я блогер YouTube-канала Вета ТВ. Снимаю беседы с интересными людьми, визиты в интересные места, обзоры товаров и модных образов. Иногда готовлю и делюсь идеями. Снимаю мнения, макияжи, влоги с семьей. Также я писатель. Это моя мечта и мое призвание. То, чем я занимаюсь, без планирования. То, что я пишу, просто от сердца, из воображения, из наблюдения. Я пишу детские рассказы, истории о любви, романы. Веду встречи писателей. Так что пиши мне. Я лектор. Это моя огромная желанная цель, на пути которой я уже есть сейчас. Я коуч, арт-коуч. Работаю со своими и твоими целями с помощью вопросов, техник. И инструментов при встрече онлайн или личной можем обсудить твои планы и построить маршрут движения. Я люблю фотографировать. В первую очередь фотографирую, чтобы люди увидели себя по-другому, показать им, что они прекрасны. Это мой инструмент терапии в работе с людьми. Я люблю быть собой, стильной и в то же время сдержанной. Мой стиль – это мой характер, в котором лозунг «Не как все» и «Не как у всех». У меня есть образование визажиста. Я крашу себя и под вдохновение творю красоту моделям. Собираю девочек на важные мероприятия. А также я студент факультета психологии. И я обожаю свою сферу, потому что это мой осознанный выбор. И неотъемлемая часть меня, роль мамы, я мама. Самой прекрасной девочки на свете, Ляли Базюк. Ссылочка на ее канал на YouTube будет под видео. Ищите меня в Instagram, маленькими Вета нижняя Вин, или просто в поиске Вета Базюк. Пиши мне Viber, номер будет под видео. Страна Украина, город Винница. Работаю по всей Украине, при личной встрече и онлайн по всему миру. Рада знакомству, всего хорошего. Жду в комментариях несколько слов о тебе, о вас. До новых выпусков!